Здравствуйте, товарищи кадеты! Здравия желаю, товарищ адмирал! Хорошо отвечаете! Служим Российской Федерации! Здесь у нас есть сушилка, здесь все. Вот эти горы. Сейчас в кадетском корпусе обучается 80 человек, 4 класса, 5, 6, 7 и 8. И этим летом мы будем набирать очередной класс. 5-й, в результате у нас получится 9-й класс, а потом 10-й и 11-й. У нас есть, кроме основного общего образования, они здесь получают еще дополнительное образование, которое в себя включает история православия, история казачества, бальные танцы, рукопашный бой, дальше конная подготовка и парашютная подготовка. Да, все это здесь есть. Традиции складываются из чего? Из образа жизни. Вот как жили наши предки, как живем мы теперь, да, они традиции нам передают от одних к другим. Опять же, традиции там, и образ жизни, а чем нас отличает? Вот это и отличает дружба, уважение друг к другу, уважение, почитание старших, уважение к женщине, любовь к детям, понимание, как их надо расти. Казаки не всегда были, просто это было внутри себя, внутри своего общества, да, все равно общались, все равно встречались. Сейчас государство обратило, вот первый раз там в 94-м году было вот это, ну и потихонечку. Но опять же сейчас все понимают, что организация это полувоенная, да, да. Грубо говоря, это, ну, я даже не знаю как. Это, грубо говоря, национальная гвардия, ну, по большому счету, да. А почему сейчас просят там и с сотрудниками полиции поработать, да, и МЧС? Ну, это люди, которые переживают за свою страну. Я же хочу, чтобы мои внуки жили в хорошей стране, да.